Здорово, пупсики, приветствуем вас на третьей распаковке посылок от подписчиков, то есть от вас получается. И первая посылка у нас из Казахстана. Из города, подожди, Актобе. Вроде правильно ударение поставила. И от кого? От Бауржана. Так, Бауржан. Если давай это Бауржан, конечно. Посмотрим, что нам прислали из Казахстана. А, во. Как я хотела вообще! Шоколадка! Шоколадка Казахстана! Я прям хотела попробовать, прям как знал. Прям как знал. Так. Роскошно, спасибо. Попробуем. О, премиум нац еще с орехами. Ух ты, ничего себе, смотри. А что это такое? Это сережки? Какие-то сережки. Да, наверное, как это, казахские, национальные такие, прикольные. Ага. Так, вот, письмо. Письмо, давай. А, вот там еще же! Зеленый для него и для нее. Не, это с орешками зеленая, а это, наверное, классическая. Да, да, о, уважил, прям вообще. Давай, подожди. Давай, хорошо, уже все. Так, привет, Ландау. А, вот, по-другому зовут. Я Бекнур. Спасибо, кстати, за то, что поставил ударение. Я точно неправильно прочитала. Бексик из Актобе. Актобе. Я все-таки неправильно поставила, ладно, ударение. Казахстан. Хочу рассказать, что я вам отправил. Два казахстанских шоколада и чай. Угу. Так, вот чай, да, наверное. Жамбо. Кенийский чай. Но написано из Казахстана. А как из Казахстана делается кенийский чай? Кенийский чай приходит в Казахстан, а потом из Казахстана отправляют нам. Все поняла, это хорошо. Все. Курт. Это небольшие соленые шарики, слепленные из творога и высушенные, естественно, образом на солнце. Вот это. Да, прикольно. Я не знаю, что. Я такого не пробовала никогда. Ой, это так интересно. Какие шарики из чего? Курт. Из творожка. А, творог? Да. А как он так хранится долго? Вот он как-то высушивается. А он, в принципе, не твердый, да. Они наверное, как сыр, долго... знаешь, твердый бывает поэтому такой. Долго наверное, хранится, поэтому да. Долго хранится. Прикольно. Так я, тюбетейка, тюркский головной убор с тюркскими орнаментами. Это для Вадима. О, вот во. Это я, конечно. Так, сейчас давай мерить. Мери. Блин, прикольно. Прикольно. Ой, слушай, такая хорошая. Когда не знаешь язык, но пытаюсь выбрать. Рандомный. Слушай, так еще сделано хорошо, какой-то как бархат тут, прям такой вообще. Ну что, похож на казаха? На была реакцию на казахстан снимать вот в этом. Да. А еще вот козалы сырга, вроде так это называется, да? Это вот эти серьги с подвесками, напоминающие хлопок. Вот, поэтому они такие национальные. На этом все, спасибо вам за ваш труд. Продолжайте радовать нас вашими реакциями. Спасибо так, давай большое. Давай попробуем шоколадки. Давай классическую с орехами потом. Ну давай. Классическая это ж прям. Только ты осторожно открой, чтобы потом футажный кадр снять нормально. Сейчас, хорошо. О, хрустнуло. Сейчас попробую, есть ли отличие от белорусского от наших шоколадок. О, как раз пополам разломался, давай. Как Спартак. Не как Спартак. Вкусный шоколад, хороший. Прям. Теперь второй, с орешками. Еще с орешками проверим. Наверное, знаешь, на какой спартаковский похож? Который вот самодельный такой на развес продается, вот на него больше похож. Так я на такой думал. Не такой, который вот в упаковках, а именно который там развесной, который подороже. Просто у нас тоже как бы есть шоколадные фабрики. Возможно, Спартак. Возможно, они хорошие, просто мы-то другого не знаем. Мы-то, может, изначально, может, хороший шоколад ели. Ну, нормальный. Так, типа вроде. Качественный. Не знаю, кто там любит белорусский шоколад. Так, давай с орешками еще дегустировать. Это вкуснее. Ну, там орешек. У кого-то слаще. Меньше какао. Я люблю молочный шоколад. Ну, такой, чтобы меньше какао было, чтобы больше сладкости было. Очень вкусный а тоже. А ты, наоборот, горький любишь. Да, мне потом больше голубая понравилась, классическая. Это прям очень вкусный. Это да, очень хороший шоколад. Это будем пробовать? Надо пробовать, интересно же. А кто первый будет? Давай я, творожок. Давай, если умрешь, тогда пробовать не ой. Буду. Что, твердый? Он раскололся во рту. Я думал, он не... Ой, соленое такое. Угу. Такой необычный. Он как... Как будто... Как высушенный айран. Чего? Айран. Ой, соленый. Как мука. Ой, капец. Как соленая мука какая-то. Не, он... Ой, у меня же язык защипало. Да? Знаешь, на что похож? На корейский сломомолочный напиток айран. Такой. Кипело? Да. И вот он как будто вот засох. В конце кисло. Да, в конце кисло и солено. Да, необычно. Со слюнками разбавляешь туда кисло. Да, у меня же язык защипало. Ну, прикольно. Интересно было такое попробовать. Но шоколад мне больше понравился. Я скажу, да. Так,
Спасибо большое. Спасибо. Короче, вторая посылка у нас. Откуда? От кого? От Полины из Мытищ. От Полины из Мытищ. Ну, вроде как. Сейчас проверим. Коробки-коробки. Перед написано. Подожди, еще подписано, что... А, вот, перед. Вот. Подожди, эту коробку выбрасываем, есть другая. А, ларец, подожди, какой перед? А, ларец. Вот. Вам свободный, живите, кто хотите. Чудеса здесь. Так, ага, вижу кроссовки. Не кроссовки, просто такая коробка. Чудеса здесь. Так, давай, давай, посмотрим, что за ларец. Его надо открыть скотч сначала, ларца. Что тут у нас? Давай письмо сначала почитаем. Давай письмо. Так. Потом я буду доставать. Хорошо. Что-то очень загадочное. Подожди, не смотри. Кислошок, пудра. Стой, это походу сладостей. Стой, подожди. Так, небольшое письмо. Привет, Алина и Вадим. Меня зовут Полина. Значит, правильно, мне 19 годиков. Я из Подмосковья. Я вам посылки отправляю то, что сама очень люблю. Игрушки. В этой посылке также есть лисьи ушки. Угу. Отправляю эту посылку, так, 14 апреля. Это вот мы засекаем, за сколько она дошла. У нас сейчас 19-го, на момент записи. Ну, нормально, в принципе, по скорости. Также там есть что-то типа брелочка из термомозаики. Я в летнее время подрабатываю вожатым в детских лагерях, учусь на педагогическую профессию. В будущем буду работать с детьми с ограничением здоровья. Мне кажется, очень интересно. Кстати, я никогда не пробовала делать ничего с термомозаики. И из еще такого интересного, это бесконечный карандаш бежевого цвета. С одной стороны карандаш, а с другой стороны ластик. Я не знаю, одна ли я такая, но я сначала смотрю оригинал видео от автора, а потом смотрю как минимум 4 реакции на это же видео. Ну, как минимум у тебя много свободного времени. Ну, или, по крайней мере, ты только реакции смотришь, получается. Желаю много подписчиков и всего самого хорошего. Вкусняшки не рискнул отправлять, так как очень переживала за отправку. Сама отправляю посылку в первый раз. Спасибо большое. А что тогда за бутылочка так, это? Так, бутылочка кислошок пудра. Сахарная пудра со вкусом клубники. Нет, что такое, значит, маленькая такая. Так это вкусняшка такая... и есть, получается. Это же угощение, правильно? А-а-а. Ну, это на язык типа высыпать. Так, значок. Брелок. Нет, какой брелок. Значок с аниме-девочкой. Мы не знаем такое. Ты не знаешь тоже? Нет, я не знаю такую ты не девочку. Знаешь, я да. точно не знаю. Так, ладно, хорошо. Вот та самая ручка бесконечная? Нет, мне кажется, это просто ручка. Или что это? Это просто ручка. Ручка с авокадиками. Канцелярия. Что это в конце? Это опипка, ее нужно снять, чтобы ручка писала. Да? Да, я такие штуки знаю, потому что ручки в хозяйстве пригодятся. Так, вот это что? Это пушистые наушники. Наушники. Я помню, как я ужасно в детстве хотела такие. Это для чего? Это для того, чтобы греть уши? Да. Это, короче, я очень-очень сильно хотела в детстве, еще в виде кроликов. Я помню, так хотела страшно эти наушники, было очень сложно достать. Не знала, где. Это когда вот зимой холодно, а, допустим, ты шапку не носишь, вот так вот одеваешь, и у тебя ушам тепло. Кстати, большой размер достаточно. Может, вот. Для меня? Нет. Ой, смотри, как торчат. А, вот, это для тебя. Это для тебя. Это для меня. Давай. Давай, косплей Юмилию. Юмилия с Алиэкспресса. Так, давай дальше. Смотри, могу одним ухом махать. Похож, похож. Похож, похож. Так, это... Подожди, он что-то делает. Нет? А там что-то внутри, внутри есть. Что-то внутри есть, но оно почему-то не работает. Подожди. Его... Это типа игрушка-перетяжка какая-то. А что? Я не понимаю, что внутри. Ну, внутри штука, которая должна там нажиматься. Ладно, он не хрюкает, говорить. Если он должен говорить, либо хрюкать. Но он не хрюкает. Ладно. Он сломан. А еще здесь еще погрызан. Чичка, дай доснять. Чичка, дай доснять. Нет, не дает. Нет, даст. Дай доснять. Дай доснять контент. Дай контент доснять, Чичка. Дай. Подожди, что это такое? Какое-то устройство. Подожди, расческа. Что это за еще электрическое какое-то? Это электрическая расческа. Слушай, в письме такого не было описано. Подожди. С другой стороны, может, написано? На русском ничего не написано. Нет. Все на корейском. Короче, что-то включается, что-то тут, видимо, греется. И, видимо, подожди, вот так вот расчесывается. Может, это дарсенваль для роста волос тебе подогнали? Нет, это, видимо, ну... Распрямитель волос? Подожди, смотри, есть рычажок. Ну, это просто включение. Сначала нужно вставить сюда. Это может типа как терморасческа? Типа, горячая расческа и себя расчесывает. А почему он такой формы тогда изогнутый? Дальше у нас тут... Еще ручка и еще ручка. Так это те самые ручки бесконечные. Нет, вот. Потому что в конце вот ластик. Вот бесконечный. А, вот это? Да. Тебе сказали бежевая ручка. А это просто ручки с авокадиками. Вот, а видишь? Как она бесконечная? Ну, попробуй потом пописать ей. А где я написать? Ну-ка, у нас есть бумага. А теперь, допустим, на ластик. А, это карандаш.
Делать. Она, может быть... Нет, мне кажется, оно разнимает, открывается, нет? Здесь вот. Нет, подожди. Внутри ластик есть. А, ну вот, это он и вот есть. Вот он. Так это карандаш получается бесконечный. Ну да. У вас это толстый карандаш. Ну да, получается а так. Почему он бесконечный? Когда-нибудь закончится? И, а, вот термомозаика. Вот эта вот штучка, которая делается из термомозаики. Видишь, свинюшка такая. Можно сделать подставки для чашек. Такие, я видела так такое сердечко. Так это уже готовое сделано? Да, это уже готовое изделие. Там, короче, какие-то штуки, которые как-то то ли обрезаются, то ли как-то между собой прессуются, склеиваются. Да, и получается, вот можно такие вот поставки для кружек делать. Подожди, а тут что? Сувенир. Сувенир. Из Москвы. Я был в Москве и думал о тебе. Ну, мы не были в Москве. Ну, считай, таким образом были. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Так, и третья посылка у нас пришла от откуда? Из Перми. Из Перми. От Юрия. Нет, там еще написано Антон. Антон? Ладно, потому что я думаю, внутри будет... Антон и Юрий. Смотри, тут короче, уже... подожди, это не засранка отправлял, по факту. Я знаю, короче, через Боксбери. Кто-то, короче, уже вскрыто. Да, кто-то уже... Кто-то уже что-то достал. Кто-то шабулшал. Кто-то что-то достал уже. О, что-то чувствуется внутри. Так, поехали. Есть тут... О, нифига себе! Я уже вижу, подожди, так, что? Так, это типа мягонько просто, да? Под, типа подложка. Там внутри ничего нету, ничего надеюсь? Ничего нету? Если мы просто выбросим. То будет фиаско. Вот все проверять. Ничего нету. Мало ли, что запаковано. Ладно, я положу. А, вот, да, это не засранка, все. Так, подожди, там есть прям визитка? Я вижу на визитку. Все, визитка есть, не засранка, спасибо. А есть какое-нибудь, что-нибудь почитать? Письмо? Да, типа разъяснение, где что. Там совместная! Господи. Ты читай, не только не засранка, там совместная, это совместная посылка. Совместная? Да, читай. Не засранка. Это не засранка, это не засранка. Дальше смотри. Виктор К. А, ничего себе, вы объединились. Это совместная посылка. А, так это наш тайный подписанный. Да, и еще Виктор К. вижу. И еще одна посылка от Ромы. Понял? Прикол. Сейчас будем смотреть. Так, ладно, первое у нас давай, что? Первое это что у нас? Ты покажи, на выходе, как так красиво оформлено с бантиком. Блин, так, тут я так понимаю, что майки. Я вижу издалека. Давай смотреть. Мне кажется, там какой-то должен быть рисунок. Прикол! Это, нет, подожди, вот твоя, это моя! Смотри, какие классные! Прикольно! Прикольно, вот такие оверсайзные, слушай, прикольно. Подойдет? Ну, мне точно подойдет. Ну, давай померим. Давай. Опа! Видали? Магия перехода. Во! О! Прикольно! Вот спасибо это... большое! Вот это круто, ты конечно. Ты напечатан, слушай, бля, вообще жалко, очень классно. Жалко стирать. Ну да, это надо их отдельно стирать. Жалко, я ее никогда не стирать нельзя. Не, ну можно, но только надо на выворот, чтобы рисуночек не слез. Прикольно, спасибо большое. Дальше. Круто. Так, снова от незасранки. Так, это что? Кажется, я знаю, что это. Это, походу, румбокс или что-то типа того. А что он такой легкий? Потому что там такое все миниатюрное. Слушай, мне жалко, что мы все это распаковываем. Оно? Да, это получается, смотри, это типа как маленький конструктор, маленький такой типа как румбокса. Получается, типа древняя улица в Японии. Видишь, домик, тележка, блин, очень миленький вообще, прикольно. Спасибо большое. Это, слушай, я такие вот, мне нравятся штуки. А ты любишь тоже конструкторы собирать? Да. Потому что, в принципе, можем вдвоем и собрать. Можно даже на стриме да. собирать. Все заклеить. Ладно, ну я потом посмотрим, что там. Прикольно. Внутри. Спасибо большое. Так. Я вижу уже что-то шикарное. Манга. Не просто манга. А самое первое Наруто. Наруто. Комик от Ромы. От Ромы. Вот так вот красиво запаковано. Ну, чтобы внутри ты посмотреть. Ты же распаковала. Ну, чтобы занюхнуть внутри. Запах Наруты. А, ладно, распаковываем, раз уже так. Ай, там тоже завязаны два узла. Ну, все. Ну, придется резать все это дело. Да? Так как чувствую себя мамкой, которая тоже подарки даришь, там запакован. Я ай, жалко, мальчики, спасибо, спасибо. Вот так читается, вот так. Ладно, вперед. Да, ой. О, слушай, еще твердые обложки, прям роскошь. Прикольно. А Наруто это мое самое любимое аниме. Ну, у тебя, да, наверное. Спасибо. Ну, это я почитаю, это стопудово. Дальше. От Виктора. Виктор. От Виктора. Тоже вот так вот завернуто, я даже не знаю, что это. Похоже, еще почему-то палочка как из-под мороженого. Аккуратно. Раз, два, три, четыре, пять. А! Пусть каждый день и круглый год к вам липнут деньги и доход без проблем, без помех. Во всем сопутствует успех. Покажи. Вот это, короче, такая полотно. Призыватель бабла. Донаты призывать будем. Да. Вот так вот. На стрим вешать. Вот так, может, сюда. Сюда на стенку, вот нет? Сюда, вот так, да. Чтобы мотивация была, да? И, так, вот тогда сидишь и такой. И когда долго не было, дергать за веревочку. Долго нет доната, то такой, типа, динь-динь. Да, такой. Это, где донаты? Где донаты, ну? Я не понял. Еще одна, а тоже от Виктора. Это последняя? Да, это последняя. А, деревянный конструктор. Да, 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 да.
О, прикольно, кстати, такого не было. Tower Bridge. Да, это Англия, мост. Да вы из Англии, получается. Кстати, да, ты вроде такие не собирал. Именно нет, только машины собирал. Нет, такой не пробовал. Ну, вот будем как раз попробовать. Круто, конечно. Вот это, конечно. В общем, вот такое видео получилось. Вот такие распаковки в этот раз. Всем спасибо еще раз большое за посылочки. Все было очень круто. И если вдруг у тебя, зритель мой дорогой, есть такое желание, да, отправить на распаковку что-нибудь, да. Все реквизиты, все есть в описании. Там. Да, что пиши, связывайся. Спасибо всем за просмотр. Пока.